no, no, no. No, 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 no. Cause oh. I'm insane, you're insane too. Our uniforms and you wear uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too. Mr. Jedi, oh yeah. I have been and you have fear too. I will die, you still will die too. And life is beautiful, don't you think so? If I die, another won't work for you. Or so you treat me like a mother slave, Mr. Jedi. Oh, you suppress and don't my strategy. You oppress, oh, 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 every part of me. But you don't know. Thank you.
всем большой. Сейчас пригласим. Лёш. Спасибо. Bye.
Merci, Vasco Silva. Вторая композиция, это я сам сочинил, с помощью мой хороший друг Даниэля Петти. Послушаем сочинение «Illusion» Акифиба. Можно, пожалуйста, его вокал чуть-чуть погромче, и мне тоже? Thank you.
что третья песня, это, вы знаете, популярная песня от Стиви Уондера. Но мы сам придумали аранжировки. Мы не знаем, ли понравится. Да. Вы понравится обязательно. Послушайте, как мы играем. Вот. Я вас пою, Даня Лепети, пожалуйста. Boop, boop, boop.
Спасибо. Следующая композиция называется My Way. Вы знаете My Way, наверное, я же не думал. Нет? My Way. Да? Но мы не сыграем, как там. Мы сыграем вообще по-другому. Вы просто не представляете, как сейчас будет звучать My Way. Да я знал, что вам понравится. Точно. Готов, Артём? На этой песне он главный. Артём, пожалуйста. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция это Эсокабулу. На русском языке это Эсокабулу.
Спасибо. Сейчас сделаем маленький перерыв, 5 минут, и продолжаем. Пока сделаем саундчек, мы будем поставить инструмент необычный. И у вас будет возможность очень огромная послушать, как это звучит будет. Давай, дружище, поставим свой инструмент. 1, 2, test. Ну что, продолжаем второе отделение. У нас спасибо большое за поддержку, за все. Spaceman. Это такой инструмент необычный. И мы решили вам делать огромный подарок. Это от меня, от меня. Вот, можно послушать, как звучит, будет такой замечательный инструмент, необычный. Это называется трубофон. И на него играет Александра из Новосибирска, пожалуйста. А можно лайт выключить? Свет имею в виду. Отключить можно, пожалуйста? Особенно вот это. Не-не-не-не-не, еще чуть-чуть. Я имею в виду не полностью отключить, просто, как сказать. Наполовину. Вот, наполовину, спасибо. Приглушить. Так видно. Отлично. Меня не видно, я африканец. 1, 2, test. Все, поехали.
Space Man, пожалуйста. Спасибо вам. Ну что, еще подарок. Еще подарок. Тоже необычный подарок. Я помню, когда мы уехали на конкурс, Московский областной конкурс, фестиваль. И я там играл на барабан. Вот, и мы занимались первое место. С оркестром мы играли. Вот. И там я познакомился с очень хорошим. Я могу сказать, он коллега. Потому что он прекрасно играет, если честно. Вот. И так мне понравилось вообще, как он выступал. Я просто офигел и сказал, как можно так играть? Вот, мне будет приятно, если ты приедешь вообще в мой день рождения, мне делать подарок. Вот, и мы договорились, я взял его номер телефона, поменяли контакт, короче, и общались, вот. Сегодня он здесь, вот, для вас. Ему 70 лет. Вот. Сегодня сыграет для вас на рояле. Я вас, пожалуйста, Нори. Ему 70, да. Замечательный музыкант, если честно. Вот, я хотел бы пригласить друг мой из Кубы. Он тоже приехал специально для вас с Кубы. Барабанщик. Его зовут Овер на барабан, пожалуйста. На басу хотел бы пригласить друг мой, брат. Я его не вижу. Можно Микаэль, пожалуйста, на сцене? Бабалова из Бенина. Это мой младший брат. Младший брат, да. И на гитаре, пожалуйста, Артём. Я сказал 70, ему 70 лет, потому что если берем его возраст плюс мою, возраст Микаэль, плюс возраст, как сказать, извините, конечно, барабанщик, это 70 лет будет. Поэтому я ему давал 70, но ему 14 лет, и он прекрасно играет. Послушаем, пожалуйста, как играет. Хорошо. Новый.
И не все. Ну да. Теперь он сыграет для вас один. Готов? Давай. Как грубо. Ребята, можно вас уже? Даня, лети, пожалуйста, на басу. Камерун. Артем. Сенегал. Джири. Раша. И у нас там овер. Из Украины. Я из Беларуси. Для вас, пожалуйста. Как грубо. Вторая длина. Первая песня – это «Ты миссия». На русском «Ты миссия». Послушай. Окей. Thank you.
ma wabuki, ma bumangi nyaluba ibe pomo. Ama pata mambo suma lo makwa, ekumula esaka ogoni. Ganjano mene mene, malamu simo, batu malamu kulo e mamuka. Asawa jipo walomo, masingijika, boxi malomo nune, nema buma sapa kiyo. Enamela, bamba pe obetimu, basingijika, batumba manikolo, ooli. Edelamo benetika lamo, bako malamo. Thank you.
Все. Вторая песня, это русская песня, но мы ее сыграем на африканском стиле. Это сюрприз. Поэтому я обожаю Пушкина. Русская песня для вас. Послушаем, как звучит будет его африканским акцентом.
debut di duet Nigeria Benin. Послушаем. Я буду петь на его родном языке. Я из Бенин, он из Нигерии, но я выучил песню специально для вас. Так сложно было оно сегодня. Я африканец, но все равно трудно петь на африканском языке.
Vivo. Спасибо вам. Следующая композиция это для... Это для нашей все любимой женщины. Было 8 марта. Эту песню это для вас, пожалуйста. От группы Gang Groove, пожалуйста. А можно чуть-чуть голос, не знаю. Здесь уже свод, не понимаю. Так сухой. Тест. Oh, the shabby.
Ну что, последняя композиция, чтобы вам сказать, что goodbye. Но это, конечно, не последний концерт будет, это только первый. Поэтому уже пора сказать goodbye. Goodbye.
Jenny, let's go. Sing me something. Boom, boom, boom. Michael, too far, don't you be happy.
Я вас играю. Гамка Груя. Это наш первый концерт. Да, первый концерт. А в мае у нас большой гастроль. Почти 10 городов в России. Спасибо вам.